Так, еще раз хочу показать наш Stan Spider. Вот мы сейчас имитируем, якобы мы приехали на выезд для ремонта. Значит, раскладывается он достаточно быстро. В рабочее состояние сама тренога. Стоечка. И лоток для аккумулятора. Устанавливается легко. Сам аккумулятор. Лампа Maxmaster M. Шестиполосная лампа. В данном случае, значит, подсоединяется к аккумулятору она с помощью крокодилов. Вот. И лампа готова к работе. В таком состоянии, значит, комплект предназначен для работы на боковых панелях. В данной модели лампы уже предусмотрена защита от переполюсовки. То есть, если мы перепутаем клеммы, плюс поставим на минус, минус на плюс, она просто не будет работать. Все, в таком положении мы можем работать на крыльях. Нижняя часть автомобиля. Ну и, допустим, на автомобиле на паркете, когда мы можем поставить вот верхней части крыльев. На регулировке останавливаться не буду, об этом уже есть видео. Значит, ну, сейчас хотим предложить еще один удлинитель. Если, к примеру, нам нужно работать на верхней части автомобиля, к примеру, стойка или капот. Предлагаем вот такой вот удлинитель. Значит, быстро зажимной хомут. Он достаточно просто устанавливается на саму стойку, обжимается, и можно уже регулировать свет по высоте, выполнять более сложные задачи, связанные с ремонтом капота. Или, к примеру, верхних стоек. Здесь уже можно выставить на капот за счет аккумулятора. За счет аккумулятора лампа держится. Вернее, стойка держится хорошо, и уже есть доступ к более труднодоступным местам. К примеру, в данном случае капот, учитывая, что это автомобиль достаточно высокий. Вот. Или же стойка. Можно также опустить и работать в обычном режиме. На боковых панелях. Нижняя зона. Благодаря такому вот механизму
можно существенно расширить зону действия данного штатива. Собирается достаточно легко, необходимо просто отщелкнуть фиксатор и снять наш удлинитель. Собирается достаточно тоже быстро все. Убираем аккумулятор, основную стойку. И саму треногу. Все. Вот так работает наш стенд спайдер. Всем спасибо за внимание. До следующей встречи.